Всем привет, с вами Данюк и Таля Амба. Сегодня мы будем взрывать Имунели пятым корсаром. Посмотрим, выдержит ли Имунели, силы Имунели пятый корсар. Вы же знаете, в рекламе у нас там щит типа дом защищает. Вот эта вот бутылочка. А вот проверим, выдержит ли ее такой вот пятый корсар. Такой маленький по сравнению с собой на силу предыдущих лог. Поехали. Кстати, ребят, мы пришли на то же самое место, где и взрывали манго. Но от манго ничего не осталось, мы решили вам не показывать, думали, что-нибудь останется, но ничего не осталось. Сейчас Тоха будет готовить место для нашего замечательного взрыва. Только на другом месте, не где манго, потому что там осталась дыра. Итак, вот такой Тосян готовит нам место, где мы будем взрывать эту замечательную силу Имунели. Вот такой Тосян. Но он кабанчик, кабанчики всегда так делают, всякую травку. Кстати, мы, когда снег немного будет подтаивать, будет градусов плюс 7, Тоха будет купаться в снегу. Вы идеальное место. Смотрите, какое идеальное место у нас получилось. Сейчас он будет откроет Имунели, сказал, сделает глоток и посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, я не порекомендовал ведь вам свои спички, где они, Тохи? Стой, ты неправильно делаешь. Где-то мои спички лежат, и Тоха их мне не отдает. Да я хочу глотать. Вот, смотрите, давай открывай наш Имунели замечательный. Попробуй, только Ваде не давай. Все. Хватит так много, что? Ну вот, короче, такое Имунели. И сейчас мы будем взрывать. Не, не надо туда ложить, рядом. Ребятки, сила Имунели не выстояла. Посмотрите, там сколько дыма. Осколки разлетелись. У Вади заморала куртку, но мы ее уже оттерли. Короче, сила Имунели не выстояла. Вот таков наш результат. Сила Имунели плохая. Так что Имунели не надо пить. Это говно вообще. Иммунитет просто говно. Даже нахер никому Имунели не нужно. Покупайте Red Bull. Red Bull огрыляют. Совет от Тохи. Так что, детки, вместо всякого там Имунели покупайте Red Bull. Потому что вот это ваше... Сила Имунели не выстояла взрыву пятого корсара. Может выстоять второму взрыву, не знаю, может потом проверим. Хотите такие замечательные ролики? Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Тоха будет радостный и искупается в плюс 7 градусов. Всем пока! Всем пока!